Всем привет! Сегодня будем с Васильевичем уху варить. Такой у нас уха набор. Набор для ухи. Голову судачка. Хвостик вот сазанчика с прошлой рыбалки. Головы две сазанчика. И штук 5 судачек. Зелень, картошечка, лук репчатый, морковочка, соль, лавровый лист у нас здесь и перец, душистый горошек. Так что сейчас будем делать уху. Вот он, главный повар. Будет сегодня уху нам варить. Угу. На такой печке мы варим. Вот она уже закипает потихонечку. Вот такая маленькая буржуйчка. Тяга, чтобы была, да, Рома, надо колено. Я тебе принес сюда жестянки. Вот. Может, с них вырезать, как его сделать, чтобы метр вот так вот, наш рост полтора, чтобы тяга была. И она будет тянуть хорошо, а то она ровно, видишь, нет. И вот такая у нас печечка для таких вот дел. Видал, братка? Ну, так вот, видишь. Что думаешь, так просто? Что, Ютубу привет. В этой жизни так просто ничего не бывает. Да. Надо постоянно мозги, это самое, коверкать свои, думать. Да. А то у вас уже извилины стали, как карандаш прямые, ровные. Надо немножко, чтобы они кривые были. Угу. Так что будем сейчас уху делать. Да, из петуху. Вода закипела уже. И мы сейчас будем наше добро выкладывай туда. Вот закинули мы. Я еще фонарем здесь свечу чуть-чуть. Вот. Такую ложечку импровизированную сделал на палочке, чтобы не обжигало. Так что все еще пока прет. Варим юшку. Именно от ухи называется бульон юшка. Вот так вот. Пока все потихоньку. Вот такая маленькая печечка самодельная для таких делов. Иногда на рыбалку ее беру даже. Вот она кипит у нас. Я их головы. Я пережарил, Рома, на сковородке на луке обжарил. Тогда что-то более-менее на масле. Вот. Более-менее так уже появилось. Юшка наваривается. Так что подождем минут 10 еще, пусть проварится все, потом это выловим и будем продолжать готовки ухи по-домашнему. Там Давидка со мной здесь варит тоже. Вот уже сварился набор ухи наш домашний. Сейчас будем шумовкой вылавливать все это сюда. Да. Мы сюда вот будем шумовкой вылавливать. И потом кидать овощи варить, да? Ну-ка, Диди, привет. Ой, молодец. Все, вылавливаем. Вот такой жирненький бульончик у нас. Юшка получился. Сейчас овощи будем закидывать. Пойдем за овощами. А я еще на работе. Блин, вот у нас овощи. Сейчас будем их закидывать. Закидываем картошечку. Вся сидят, да? Ага. Тут же кидаем морковочку и лучок. Ага. Что это? Вот так мы закинули. Как суп, да? Угу.
всю корку. Вот сейчас помешаем все мы. Угу. Еще. Угу. О, тут пошла огонь. Одевайся. Вот. Василий здесь мясо собирает от нашего набора, Юшкиного ушиного набора. Вот. Пусть собирает самый такой деликатес с головы. Сейчас мы будем добавлять зелень и в конце горошек, перец черный, горошек душистый и лаврушечку. Так что сейчас идем смотреть, что там у нас происходит. А Васильевич пока вот мясо собирает. Вот у нас здесь варится. Морковочка, картошечка, лучок. Печка наша фурычит. Вот здесь вот такая красота. Сейчас закинем зелень. И сразу приправы. Берем зелень. Сейчас уже лаврушка с перцем подойдет. Все готовим уже в таких сумерках, так как наваривали бульон. Ну, в принципе, ушица такая по-домашнему должна получиться. Именно по-домашнему. Вот такое вот мяско мы насобирали. И теперь его сюда. Вот такой. У нас будет сейчас ужин. Уха по-домашнему. Картошечка уже сварилась у нас. Морковочка у нас. И теперь последний штрих. Добавляем лавровый лист и душистый горошек, перец. Вот у нас сейчас закипит последний штрих. Три листочка лаврушки и душистый горошек, перец. Я его чуть размельчил. Все сюда кидаем. И вот накрываем крышкой. И сейчас закипит. И будем пробовать. Так, вот у нас уже все закипело. Все сварилось. И последний штрих. Вот такая чурочка есть. Вот. Я ее вот так под низ подложил. И она горит. Здесь кипит. Сейчас мы перчатки оденем. Последний штрих. Вот такая поленница горела у меня внизу. Мы ее просто окунаем на несколько секунд. И все. И вытаскиваем. Все. Кто-то добавляет еще водку. Но так как мы не употребляем такой напиток, мы просто головешку окунули. Все. Уха по-домашнему готова.